Так, как здесь сложно! Как же мне добраться, как мне спасти эту влюбленную парочку? Как все запутано! Давай я вам помогаю! Вот так, правильно! Я сейчас нажму кнопочку. Ой, откуда эта кнопочка? О, у меня даже ушки мои повисли, потому что грустно. Ничего не получается, пройти не могу. Что ж, ух ты, ящик упал. Ура, теперь я могу пройти. И эта влюбленная пара снова будет вместе. Они такие мимимишные, как глазки у этого олененка, что на мне нарисован. Ура, еще одно сердечко и все. Давай, Ева, иди сюда. Мы соединим эту влюбленную парочку. Ура! Так, мяу-мяу-мяу. Опа, прыжок. Я прям ловкий, как котик. Я очень шустрый и проворный. Ой, там дяденька бегает. Вот напугал бы я его своим бананом на голове. Так, ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ой, промазал. Блин, надо было сильнее бросать коробку, чтобы по башке этому вредному дядьке. Он закрыл мне проход. А я все равно проскочил и забрал сердечко. Ай-яй-яй, не поймал. Так, забирай еще одно сердечко. Ура! Ням-ням-ням. Ева, я прошел. Все, хватит. Давай помогай мне скорее, а то я тут один не справляюсь. Иду, Антоша, мы с мышонком тебе помогаем. Вот смотри, я иду, нажму на этот рычаг, а ты прыгай. Да, прыгай. Ой, где ты? А, вот вижу. Молодец, Антоша. А теперь нам нужно взять вон то сердечко внизу, чтобы перейти на следующий уровень и соединить эту парочку. Эй, девочка, беги за сердечком. Кто же из них первый прибежит? Ура! Они вместе! Мы перешли на следующий уровень. Он такой же няшный, как и я. Так, что же нам тут предстоит пройти? Опять собрать все сердечки? У меня очки с сердечками. Собирать нужно сердечки. И летают в воздухе тоже сердечки. Эй, вы влюбленная парочка. Ну хватит там стоять. Давайте вперед. Времени у нас мало. Нам нужно еще много уровней пройти. Молодец. Вот я сейчас перестану стоять и пойду. Пойду за сердечком. Мимимишный утенок помогает мне играть. Антоша, ну где там? Я не знаю, что делать. Вниз спускаться? Ой, я хочу покататься на этой карусельке. Мне нравится. И мы с тобой встретились. Ура, мы снова спасли эту парочку. Перешли на новый уровень. Антоша, поднимайся ко мне. Я не хочу к тебе спускаться. И не могу. О, ты поймал еще сердечко для меня. Эх, как хорошо, что наш Антоша такой смелый. Он ловит для меня сердечки. Эй, злой брат, почему ты не даешь мне встретиться с моим возлюбленным? Уйди с моей дороги, уйди. Я тебя все равно сдвину и пойду за сердечком. Вот, иди отсюда, вот так. А, я взяла свое сердечко, а ты уходи с моей дороги. Пропусти ко мне Антошу. Мы взяли все сердечки на этом уровне. Но как же нам встретиться? Ура! Мы встретились! Ура! Мы все прошли! Эх, как жалко! Новый год закончился, и больше ничего не повзрывать. Скучно! А! Я придумал! Я знаю, где я могу повзрывать от души! Так, передай бомбу другим! Давай, мистер Блу! Давай! Сейчас мы кого-нибудь подорвем! Какая классная бургер-бум-игра! Бум! Кто-то уже взорвался! А я тут кружусь, и меня никто не трогает! Даже динамит до меня докинуть не могут! Сейчас кто-то... Эй! Вы меня взорвали! Как вы могли? Ох, вы хитрые бургеры! Я в следующий раз обязательно отыграюсь! Как вы могли взорвать меня? Ах ты, мистер Браун. А, мистер Грин все-таки выиграл. Я до тебя доберусь. Ну, мистер Грин, держитесь. Сейчас я вас подорву. Ха-ха, а динамит даже и не у меня. Ой. О, ха-ха, взорвался.
Так, уворачивайся, мистер Блок. Бегай, убегай скорее. Так, чтоб он нас не задел. Бегай скорее. Бу-бу! Взорвался. А ты меня тоже не догонишь. Вот так. Сейчас он взорвется через одну секунду. Антоша победил. Ну и что, что Новый год позади? И бомбочек нет у меня. Зато я могу поиграть в бургер-бум и по душе повзрывать бургеры. Эй, вы меня взорвали. Ох, вы такие плохие. Я отыграю в следующем раунде. А сейчас подорвется мистер Пинк. Будет знать, как мне бомбу подкидывать. Мистер Браун с мистер Грином бьется. Интересно, кто же их победит? Мистер Браун вечно меня подставляет. Вот в следующем раунде я обязательно его подорву. Бум! Опять он выиграл. Но сейчас Пупс Антоша берется за джойстик. Кью-кью! А вы мне бомбы не закинете. Ла-ла-ла-ла-ла. Я здесь обязательно выиграю. О-ху-ху. У мистер Пинка бомба. О нет, уже у другого бургера бомба. А вы пока бургеруйтесь тут, а я побегаю, погружусь. Сейчас бум-бум. Остались мистер Пинк и я. Так, мистер Пинк, сейчас я вам как дам бомбы. Эй, мистер Блу, ну катись ты скорее, давай. Бум! Победа за Пупсом Антошей! Бум! Так, следующий раунд. Мистер Пинк, мистер Грин. Они между собой бомбу поделить не могут. Сейчас кто-то взорвется. Уф, чуть не догнал меня. Ой-ой-ой, а теперь у меня бомба. Лучше ее отдать. Опа, получил. Ой-ой-ой, мистер Пинк, отдавай. Ой, мы потеряли мистер Пинка. Теперь я остался. Ай-яй-яй. Я и мистер Браун. Ага, у нас дуэль. И в этой дуэли побеждаю я. Так. Ой-ой-ой, у меня. Одержи, а теперь не у меня. Мистер Пинки, отдавайте. Мистер Браун сейчас взорвется. Ох ты какой, мистер Браун, хитрый, ловкий. Ты отдал все-таки? Ага, у меня теперь бомба. И я подорву тебя, мистер Браун. Ну-ка, иди сюда. Опа. Эй, как так? Опять этот мистер Браун выиграет. Давай, Пинки, я болею за тебя. Покажи этому мистер Брауну. Нет, Пинки, отдавай. Снова победил мистер Браун. Ребята, поставьте, пожалуйста, лайк, если понравилось это видео. Видишь эти картинки? Нажми на них, чтобы смотреть другие серии.